В Степногорске восстанавливают заброшенные дома. В одной из таких многоэтажек в 7-м микрорайоне уже получили жилье 143 семьи. Капитально обновить строение удалось за счет программы модернизации ЖКХ и развития регионов. В Акимате обещают, что через 3 года в Степногорске не будет полуразрушенных жилых построек, а очередь на жилье уменьшится. Это пилотный проект в Казахстане. В рамках этой программы это в первый раз, когда восстанавливается брошенное, пустующее жилье. Осталось у нас 5 домов. Необходимо где-то, я думаю, порядка 1 000 000 000 тенге, чтобы их восстановить. Что позволит нам решить проблему брошенных и пустующих домов, а также снизить очередность по жилью в городе.